Есть ли у тебя проблемы с пищеварением? Чувствуешь тяжесть после приема пищи, распирание где-то в желудке или в эпигастрии, может быть. Обрати внимание, у тебя мало ферментов. Твое пищеварение тормозится за счет этого. В компании «Сибирское здоровье», «Сибирбаланс», есть помощник. Приятный чаек для улучшения пищеварения. Чай – комфортное пищеварение. Один пакетик завариваете, выпиваете после приема пищи, и ваше пищеварение нормально работает, ваша поджелудочная выделяет нормальное количество ферментов, ваша печень работает, и все началось нормальное пищеварение. Убирает прекрасно вздутие. У кого проблема там с газами, вот это тоже продукт помогает. Больше в моем телеграм-канале, переходите, все ссылки активные в описании канала. Всем здоровья и благополучия, с вами была Раиса Кель. До новых встреч!